Я на Байкале! Итак, наш первый привал. Суммарно мы прошли за сегодняшний день, как показывает Мифит, километров 13. Ну, потом я проверю еще по Яндексу. Ну и у нас обед. Вот, сварили суп. Ведь, из пакетика с тушенкой. Сейчас будем кушать. И дальше путь. Итак, друзья, ну все, на сегодня мы находились. Как показывает Мэбен, прошли 23 километра. Ну и все, встали лагерем. 7 часов вечера на берегу Байкала. Вот тут вот. Смотрите, вот, собственно, наш лагерь. Сейчас будем ужинать и спать. Завтра тоже тяжелый день. Итак, друзья, после того, как мы переночевали в нашем базовом лагере, где мы остановились, на берегу Байкала, доехали до Студянки на электричке. И оттуда вот мы дошли до турбазы Дельвейс, где-то 3,5 километра от станции Студянка. И сейчас вот у нас идет заброска на полпути до метеостанции на пик Черского. Так что вот так вот. Заброска стоит 300 рублей с человека. Ну что, прикольно, вдвоем едем. Ну там еще нас шишига ждет, поедем потом на шишиги дальше. А теперь обещанная заброска на шишиги. Трясет ужасно. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Итак, друзья, от станции Эдельвейс мы... Сначала на Басике, потом на Шишиге доехали до горного отеля. Ехали где-то 8 километров. Дорога трындец убитая. Все болит от этого Шишиги. Так вот, и нам еще предстоит до метеостанции топать где-то 8,5 километров. А потом уже до мыса Черского. Так что вот, круто здесь. Про еду забыл вам рассказать. В общем, мы вот в этом вот месте, в этом кафе. База такая перед метеостанцией. Нас забросили, собственно. Покушали щи 70 рублей порция и оладушки взяли 50 рублей порция, 3 оладушки. Ну и чай, кофе попили. Весьма неплохо и хорошо. Самим хоть не придется готовить. Все, идем в путь. Ну вот, друзья, дошли до этого места, куда мы стремились сегодня дойти. Вот здесь метеобаза. И вот здесь мы разбили наш базовый лагерь. То есть мы его здесь ставим, сегодня ночуем, а завтра идем налегке на пик Черского. Вот так вот. Тут еще водопады, говорят, есть какие-то, и озеро Сердца. В общем, завтра, надеюсь, дойдем. Потому что вот встретили сегодня девчонок. Они говорили, что вчера ночью выпал снег. Так что наверху еще и снежно. И холодно. Ну, не зря мы сейчас топали. Надеюсь, дойдем и до туда. Погода здесь питерская, тоже моросит. А еще здесь, смотрите, какой открывается вид шикарный. И вот у нас еда в походных условиях приготовилась. Сейчас у нас будет рис с тушенкой. Вообще огонь. Вчера была греча, сейчас рис. Получилось вообще очень круто. Всем приятного аппетита. Гречка, сушеночка, огонечка был. Аганес. И чесночок. Да. Ребята, вид на миллион. Вот, там водопады даже. Посмотрите, может, увидите.